примером для подражания называют односельчане семью Жабогиных из села Черное Павлодарской области. Под сводами этого большого и дружного шанырака выросли 10 детей. Все они получили высшее образование и сейчас трудятся на благо страны. Труд и уважение к старшим – главные семейные ценности. А недавно Жабогины заняли первое место на региональном конкурсе «Мерили Отбасы». В доме Кульбайрам-апа сегодня еще одна радость. Из Астаны приехала внучка. Гузель теперь дипломированный специалист, окончила медицинскую академию. В семье Кульбайрам-Жабагиной выросли врач, учитель, юрист, железнодорожник, ветеринар и фермер. Всех этих специалистов, а теперь и своих невесток, Кульбайрам-апа учит народным обычаям и традициям на семейных праздниках. Всю жизнь Кульбайрам-апа трудилась бок о бок с покойным мужем. Теперь благодарит Всевышнего. Дети выросли, внуки радуют успехами. С их приездом на летние каникулы и дом будто оживает. Летом провожу здесь время, каникулы свои, помогая бабушке, дяде. 10 детей, 6 внуков и 9 правнуков. Звание мать-героиня Кульбайрам-апа получила еще в советское время. Потом удостоилась знака Алтын-Алка. Теперь это самая ценная реликвия в доме. Нужно уметь преодолевать все жизненные трудности. Только так можно добиться успеха в жизни. Надо меньше спать и больше трудиться. Тогда в семье будет достаток и благополучие. Конкурс «Мерили Отбасы» еще больше сплотил эту семью. Среди многих других их выбрали лучшими и теперь ставят пример во всей округе. Ербул Абишев, Армани Кубов, 24 КИЗ, Павлодарская область.